Всем привет! Я учу Луна читать. Утром, когда завтра уже давно кончился, а обед еще не думал, мол, начаться. Начинаться. И неплохо не спеша поделился со своим другом Пяточком. И все снился. Сочинял новую песенку. Лун, сейчас мы споем песенку, а потом будем читать быстро-быстро. Давайте. Палам-палам, пум-пум, пум-пум-пум, трам-трам-трам-пам-пам, пум-пум-пум, пум-пум. А теперь читай быстро. А не пойти не нам в гости вдруг, сказал Винни-Пух. Читай. В гости удивил Пяточка, да. Удивился Пяточок. Пяточок, да. А я тут случайно. Подумал. Мол, а не пойти и нам в гости немного подъезжаться. Подкрепиться. Тоже. Кто ходит в гости по утрам. Лунтик, что? Нравится учиться? Да. Хорошо Алиса тебя учит? Да.